После капитального ремонта в столице Чувашии открылось отделение анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы. Что в нем изменилось, расскажет Юлия Важенина. За 56 лет работы сотрудники отделения анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы спасли жизни более 40 тысяч человек. Низкая смертность – главный показатель эффективности работы отделения. Только за прошлый год этот показатель был в два раза ниже, чем в среднем по стране. Конечно, улучшились условия пребывания пациентов, они стали более комфортными. В наше отделение анестезиологии и реанимации поступают самые тяжелые пациенты со всей республики. И более 1000 больных проходят лечение на реанимационных койках в этом отделении. Температура, пульс, давление, новые многофункциональные мониторы измеряют и сразу выводят на экран данные пациента. Для профилактики внутрибольничных инфекций в отделении провели автономную вентиляцию с микроклиматом. Кроме этого, значит, приобретен метаболограф, с помощью которого мы можем определить основной обмен у тяжелобольных. С помощью этой методики определяется энергетическая потребность у крайне тяжелых больных. Отделение анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы преобразилось за два месяца. Всего на строительные работы потратили около 6 миллионов рублей. Еще более 20 миллионов ушло на новое медицинское оборудование. Юлия Важенина, Вадим Владимиров, Республика.